Рус, вот объясни мне, как можно проиграть Юти 60 и на следующей игре обыграть Портланд? Ну, у нас пару ключевых игроков не было. И по защите с Юты мы не очень хорошо защищались. Сегодня нам было полегче. Парней была ротация всего 6 человек или 7. Но у них 2 человека, по-моему, сел за 5, да, фолк? Ну и нам сегодня было намного легче. И у парней больших не было, тоже намного легче. У нас 2 больших. А у Юты все большие, все, что они бросили, очень хороший процент был. Им респект вообще за это. Ну, Портланд вообще молодцы, с травмами играли. Ну, но мы не стабильная команда, мы только сыгрываемся. И у нас стабильность состава на играх не хватает. Поэтому как бы все от нас идет. Спасибо.